Вот так весело и задорно водили хороводы дети и взрослые. На праздник в 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду приехало 32 ребенка из Кобринской детской деревни, чтобы вместе весело провести время и окунуться в атмосферу новогодних праздников. Уникальный праздник, который мы каждый год традиционно проводим на нашей территории. И именно здесь, потому что люди готовятся и вкладывают в это мероприятие душу. Ведь это наши дети. Мы не должны никого забывать. И мы получаем от этого только всегда положительные эмоции. От детишек они вспоминают, звонят, хотят приехать к нам еще раз отметить Новый год, но так как он у нас раз в году, мы не только на Новый год их приглашаем, детишек наших, они приезжают к нам на все наши праздники, они уже наши. Военнослужащие ответственно подошли к делу и подготовили для ребят насыщенную программу. Волшебные персонажи из разных сказок преодолевали трудности, которые им наколдовала Снежная Королева с помощью маленьких зрителей, мальчишек и девчонок. Танцы и песни, конкурсы, веселые загадки и большое количество хороводов возле елки. Все это было на празднике. Наша дружба длится более 10 лет и не ограничивается какими-то разовыми акциями. Наши дети видят десантников в качестве гостей и на наших традиционных мероприятиях, и на день рождения детской деревни, и на празднике День защиты детей к 1 июня. Ребята-десантники помогают нам обкашивать территорию, которая составляет более 7 гектар, и мы очень благодарны. Ну а сегодняшняя акция еще раз подтверждает то, что мы им не безразличны, что наши дети важны, что наши дети нужны. Мы это очень ценим. Кроме сладких подарков, на празднике дети смогли получить от сказочных героев душевное тепло и много радости. Многие из воспитанников Кобринской детской деревни на праздничном представлении не первый раз, но все равно с нетерпением ждали этот день. Первые впечатления об этом утреннике у меня были, я не ожидала, что тут будет все так хорошо. Я приехала сюда в прошлом году, мне тут все так понравилось. Очень круто, развлекательная программа была, супер. Нам очень весело все вместе, мы дружно развлекаемся и хорошо проводим время. Нас Дедушка Мороз вызывал, все было красиво и уютно. А в этом году с нетерпением ждала праздник? Да, конечно. Праздничное оформление зала, сценарий новогоднего утренника и сладкие подарки – все это создано благодаря инициативе десантников, которая не угасает на протяжении долгого времени. А дети это понимают и искренне ценят. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.